Ну, лоскутная игра в плане стиля футбола. То есть, таки, первый матч после зимних сборов, это раз. Второе, поле не самое идеальное в том плане. Отдать должное агрономам, они подготовили поле, как смогли. Но в любом случае оно сам с хорошо владеть мячом не позволяет, потому что песочек, мяч жуется там и так далее. Тут есть свои нюансы, учитывая, что мы четыре дня работали на поле искусственном, переход не такой простой на травяные поля. Вот. Ну, забили стандарт, в таких матчах эпизод решает. Сумели забить, но расстроили, что не удержали. И тоже пропустили похожий гол стандарта. Также добивание, отскок, добив идет. Поэтому, я думаю, ничья закономерно, хотя в втором тайме была шикарная атака, когда мы разыграли в своем стиле атаку, разогнали атаку, в принципе, эстафета включился, отдали практически пустые ворота, но не смог распорядиться. Вот это мастерство не хватило, ни мастерства, или уже силёнок не хватило, уже ножки, возможно, подсели. Но это обидный, хороший момент, который мог привести к победе. Хотя в конце стандарт и опасный момент был наш ворот. Поэтому я думаю, что ничья закономерная. Очков в копилочку в любом случае есть на выезде. Сегодня в нынешней ситуации, когда такая борьба ожесточенная и вверху, и внизу. Мы пока в середине, но все равно рядом, поэтому каждое очко на вес золота идет. Поэтому ну, ребята бились, сражались, да, как бы они свой характер факеловский показали. Да, издержки были, но я думаю, что закономерно по очку команды заработали.